На конкурс дети читают стихи. Криулин Александр. Огни Барто, моя. Мы с дедом красили сарай. Но старый нынче свет сначала стену вытирай. Учил меня мой дед. Ты ототри ее, очисть, тогда с мебели запись. Так и летала здесь моя. Гремел на небе гром, а мне казалось, это я гремлю своим ведром. Ну, наконец, сарай готов. Мой дедушка так рад. Эх, я бы краски всех цветов и красить все подряд.